Всем привет, с вами Марисен, и это один день моего солнечного лета. Конечно же, я встаю, иду в ванну, чищу зубы. Нет, чищу зубы, принимая ванну. Переодеваюсь, надеваю очки, чтоб солнце не слепило, собираю свой чемоданчик для пикника. Я еще вчера это планировала. Кладу яблоко, бутерброды, воду и чипсы, закрываю. Одеваю шлепанцы, беру плед, еду в лифте, выхожу из подъезда. Дождь? Ну ладно, мне все равно сегодня пикник. Прихожу на полянку и ничего, что мокро. Расстилаю плед, открываю чемоданчик, достаю бутерброды, чипсы, воду, ем, пью, ем. Гром! Открываю чемодан, кладу воду, чипсы, бутерброды, закрываю чемодан, беру его, беру плед, бегу, лужи. Прихожу домой вся мокрая, трясусь, очень холодно. И что же теперь делать в такую погоду? Ладно, почитаю книгу, поиграю с Шанель. Скучно, пойду смотреть YouTube. Шанель тоже смотрит. У меня же вышло новое видео, топ-5 фильмов. Классно, надо посмотреть «Реальную любовь». Сажусь, включаю телевизор, смотрю. Я думаю, что вам понравилось это видео. Ко мне эта идея пришла, когда вы писали комментарии про бразильскую вечеринку, что лето на самом деле не такое уж солнечное. Всю неделю в Москве будет идти дождь, может быть, у вас в своих городах также. Не печальтесь, я с вами. И даже в любую погоду вы можете чем-то заняться всегда. Улыбайтесь, потому что, мы ничего не поменяем, мы не можем поменять погоду. Я думаю, что вы посмеялись над этим видео. Я решила его сделать таким наигранно смешным, потому что везде мы должны искать плюсы, а не печалиться из-за того, что у нас за окном дождь. Так что в любую погоду радуйтесь жизни и участвуйте в конкурсе. Тема конкурса – как улетно ты проводишь свое лето. Вы можете выиграть очень много разных подарков и видео-поздравления от меня. И для этого всего лишь нужно выставить фотографию с пачкой Lay's в Instagram и добавить хэштеги «Лето Lay's» и «Мое улетное лето». Желаю вам удачи, проводите это лето с пользой. Обязательно ставь палец вверх, если ты улыбнулся, когда смотрел это видео. Вниз не ставьте, потому что что, конечно же, у меня такого нет. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал. С вами была Марисен, пока на связи через камеру. XO. И, конечно же, я не забыла про ваши вопросы. Ангелина Климович спрашивает, что ты делаешь в дождливый день? Как вы уже поняли, я снимаю для вас видео о том, что делать в дождливый день. Дождливые дни. Делать пикник? Беда такая говорит, дождливые дни, делать пикник. Как на меня люди смотрели, когда мы это снимали? Вообще так смешно. Мне, кстати, очень нравится такие видео снимать. Если вам они нравятся, обязательно пишите. И, конечно же, пишите новые вопросы и придумывайте, пожалуйста, оригинальные вопросы, чтобы я в следующем видео ответила на ваш вопрос. XO, пока!